Зачем меня сюда притащила? Бегунья, сейчас сама все увидишь. Пошли, а то места займут. Да пускай занимают. Мы с тобой в кафе когда последний раз были? Я уже не говорю про ресторан. Бегонита, я нажалуюсь тёще, что ты меня не слушаешься. Пошли. Нет, вы хоккей, если честно. Лучше Валерку с собой взял. Ему это 100 раз интереснее было бы посмотреть. Ты видел, как он на пацанов смотрит, когда да они во дворе мяч гоняют? Я видел. Пошли, сейчас опоздаем, ну. Жалко ему нельзя, да, Боря? Жалко. И мне жалко. Пошли. Давай, пошли. Боря, на что ты меня толкаешь? Ну, слушай, опоздаем. Ну, не хочешь опаздывать, я ведь хочу, чтобы тебе понравилось.